Добрый день. Инспектор отдельной роты ДПС, младший лейтенант полиции Архипов. Документы ваши, будьте добры. Здравствуйте. Татьяна Александровна, вы не включили ближний свет фар. Ближний свет фар делает вас более заметными. Будьте внимательны. Да, виновата, забыла. Стараюсь не нарушать, но сейчас тороплюсь за ребенком в детский садик. Включите ближний свет фар, будьте более внимательны, не нарушайте. Счастливого пути. Спасибо, до свидания. Ну что там? Да девушка не включила ближний свет фар. Предупредил ее, чтобы была более внимательной. И что, все так просто? Молодой ты еще. По-всякому бывает. За руль садятся и пьяные, и лишенные. Вот вчера одного задержали. Долго отпирался, что не пил. В итоге алкотестер показал почти миллиграмм этанола на литр воздуха. А сколько по вине вот таких неадекватов ДТП происходит? И мы должны их заранее выявить, чтобы предотвратить беду. На тормоза нажало, уже все. К сожалению, на дороге может случиться что угодно. Часто водители, да и пешеходы, нарушают правила и происходит ДТП. Кто приходит на помощь? Мы каждое происшествие оформляем, разбираемся, кто прав, а кто нет. Мне солнце светило, я его не видел. То есть, ну, перед поворотом, соответственно, притормаживал, стал в поворот ходить, смотрю, ё-моё, перед капотом уже... Да и за техникой контроль тоже на наших сотрудниках лежит. Особенно за автобусами. От исправности такого транспорта зависит жизнь десятков пассажиров. Большую роль здесь также играет ответственность и дисциплинированность водителей. У вас все хорошо? Спасибо. В нашей компании соблюдается режим труда и отдыха. Дороги и их состояние тоже наша служба контролирует. Ограждение участков, проведение ремонтных работ, установка дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, да и многое другое. Регистрация автомобилей – это тоже наша работа. Этим занимается МРЭО. Экзамены у кандидатов водителей принимают. И водительские удостоверения выдают. Счастливого пути, встретимся на дороге. Спасибо. Рассказывают о нашей службе, обучают детей безопасному поведению на дороге, формируют правосознание всех участников дорожного движения сотрудники пропаганды. И вот все это вместе составляет одну неделимую службу – госавтоинспекцию. Ром 7 принял.